Инна Жиркова, жена знаменитого футболиста, миссис России 2012, по возвращении с конкурса любезно согласилась ответить на наши вопросы. Вот в положении о конкурсе сказано, что главной целью является выявление самой активной, образованной, духовно развитой и красивой женщины-матери. Вот давайте начнем с активности. Вы знаете, для меня социальная активность – это не то чтобы эффектные выходы в свет этих патентованных милосердниц. Для меня это деятельность, это усилия, это дела, это работа, наконец. Я боюсь, что с трудом смогу встроиться в прокрустово ложе ваших представлений о ней. А вы работаете? Вы знаете, я могла бы легко послать вас в интеллектуальный нокдаун, сказав, что работаю ежедневно. И представить Заболоцкого при этом. Помните? Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Ответ – нет. Кто такой эрудиция? Эрудиция? Для меня это способность оценить шутку, в которой к Жорж Санд обращались бы как к мужчине, отдавая себе отчет, что это женщина, в которую переоделся другой мужчина. Или смогли бы понять, что имел в виду Вуди Аллен, перешучивая Борхеса, который пародировал средневековые бестиарии. Вот так примерно. Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Это смотря какой философской доктрине вы тяготеете. Строго говоря, конечно, Земля вокруг Солнца. Но если, например, углубиться в солиптические концепты, то запросто можно понять, что вы лично вращаетесь вокруг четвертого реактора Чернобыльской АЭС еще до взрыва. Творческие способности и таланты. Какие у вас творческие способности? Да какие там способности? Я увлекаюсь составлением икебаны, сейчас уже перешла на эклектичные построения живого-неживого в рамках струящейся повседневности. Немного рисую, занимаюсь древней китайской каллиграфией, пою пентатонические хоры одна. Кто написал полонез Огинского? Это шутка. Михаил Огинский в 1794 году. Странно этого не знать. А Грибоедовский вальс? Ой... Но вы какой имеете в виду? Есть одноименная песня Александра Башлачева, но есть и два в буквальном смысле музыкальной форме вальса, принадлежащих перу Александра Сергеевича Грибоедова. «Ля бемоль мажорный» и вальс «Ми минор». Как матери двух детей. А кто такая Агния Барто? Я отвечу вам в рифму, можно? Маша первоклассница, форменная платьица, на крахмалин фартук, можно сесть за парту. Самуил Маршак? Маршак? Очень ценю его как поэта, но и как блистательного переводчика тоже, если не больше. Помните дивный лимерик в переводе Самуила Яковлевича? «Прекрасная дева Ирана, пленясь красотой океана, за борт сиганула, навстречу акула, мир душе воспаривший так рано». Спасибо большое. Это была Инна Жиркова, миссис России 2012.